Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Я уже не помню, какой сегодня видос. В общем, мы сегодня качаем нашего фобушку на максималку. Потестим, посмотрим, прокачаем, что с него получится. Не знаю, но в общем, я решил его тестануть с Бастом. Ну а дальше у нас будет веселый видос еще с Вальсом. У меня он уже наролен здесь, как обычно. Все для вас. Так, окей, поехали. Гоним его на максималку сразу же. То есть мы делаем с него максимальную прокачку. Ролим созвездия, потому что это будет самая долгая и самая затратная часть этого видоса. В общем, делайте чаек. Вы видите, как я его прокачаю, что я на нем сделаю и сколько мы чего потратим, потому что многие спрашивают, сколько чего. В общем, смотрите, герой идет практически полностью с нуля, не считая, вот он у нас просто получается на второй эволюции 10-10, там буквально 5 минут 8-8, то есть это вы и так уже знаете давно-давно. А вот что дальше, сколько чего, вы сейчас это все увидите. Такс, окей, поехали, угоним снаряжение. Этих можно прикупить, потому что нам их надо будет потом побольше. Такс, открыли мы с вами веселое занятие. 38 тысяч коробок. Не знаю, что мы отсюда будем тащить. Но у нас есть, в принципе, некоторые чары уже и так. Поэтому мы сделаем попроще. А, у меня нету новой чарки, к сожалению. Да, я ее был последний раз потратил, не помню на кого. Ладно, значит, мы поставим сюда. Вот такой вот вариант. Это пока временно. Потом я перетестирую, потому что я хочу вам показать топовую сборку с танцем лезвий. Но сначала мы потестируем эту. Так, ну что, поехали, активируем. Вот давайте посмотрим, что все-таки лучше и как лучше ролить. Ну, пятерки нам падают. Наверное, лучше в таком вот случае, чтобы было усиление, изначально ролить здесь по 300 самов. О, ничего себе, крит резист и уклонение. Видите, как падает? Ну, 4-5 можно вытаскивать. Пятая атака. Пятерки довольно-таки неплохо падают. Я не знаю, или это на английском так будет, или везде, но созвездие на английском реально приятно ролить. Опять атака. Ну, атака ему не нужна. Нам, у нас цель словить хотя бы шестое. Это опять же, это Unreal. Заодно посмотрите, сколько стоит вытащить созвездие. Вот точность пятая. Нормально точности, кстати, дает. Одну пятерку словил, и не паришься. Интересно, две пятерки можно выловить отсюда? Единственное, заморачивает вот эта вот табличка, все время выскакивает. Могли бы просто сделать, кто согласен, и все. Пятерка крит. Пятерка жизнь, 45 тысяч жизней, нифига себе. Крит резист 410, ну я не знаю, не знаю. Я что-то вообще в крит резисте сомневаюсь. Сколько я смотрю, героев пробивает, работает ли он, вот это вот большой вопрос. 2-2. Не знаю, сколько мы это может... О, ничего себе, смотрите, как мы словили. Че, давайте попробуем. Точность плюс жизнь 45 тысяч, вполне неплохо. Теперь надо осталось нам вытащить, допустим, давайте попробуем, сделаем 5 жизней, то есть на максимальную жизнь его, не на уклонение сейчас сделаем, а на жизнь я потом переролю.
посмотреть, какой он жирный он будет. Я вот уже уклонение подъехало. В общем, не судьба. Видите, надо собирать созвездие одного вида, тогда будет, ну, полностью точить его на точность смысла нет. Крит резист смысла нет, хп еще куда ни шло на крит, тоже бессмысленно столько крита. Атака, как вариант, допустим, для Минотавра, это, конечно, было бы круто. Сейчас хорошо ролить новичкам. Сначала наролили здесь, потом наролили там. Так, это не то. Опять жизнь упала. Что, попробуем все-таки на жизнь его заролить первым. Нафиг уклонение. Уклонение для донатов. Попробуем словить жизни. Это, конечно, бредовая идея, дорогостоящая. Но мы это сделаем ради интереса, ради теста. Хотя какой там нафиг тест? Печально падает, кстати. Раньше как-то получше было. Побыстрее мы ролили все. А то падают сейчас пятерки вообще как-то в разброс, честно говоря. Опять подкрутили, что ли? Ну, по 165 самого, это, блин... Так, отлично. Отлично. Тут еще две надо вытащить. Точная жизнь. Видите, у нас сейчас 2-4. Вот, и сейчас надо еще одну жизнь словить. Уклонение дало, ну. Как знаете, западло, блин. Крит резист. Сейчас мы дофига самого сольем на этот, ну. Вы обязаны поставить лыкасики. Атака. Да блин, дайте эту жизнь долбаную. Конечно, лучший вариант был нам ролить в уклонение все. Но потом его такими оставили. А тут придется его переделывать. Напишите потом четверка, сколько в итоге мы слили самоцветов на это все дело. Но у меня такое чувство, что сейчас уйдет, наверное, как на этот, как на роллинг этого героя. Тройка. Вот видите, у нас сейчас активировано. А, в принципе, без разницы, что мы наролим, что я ролю, какая разница. Мы все равно 6-8, это надо все собрать. То есть, без разницы. Можно даже и так оставлять. Что-то я тупанул. Даже такой вариант героя. Мы уже имеем 6-6. Атака на 40%. Нифига себе. Вот это прикол, да, ребят? Так, качнули девяточку, теперь качаем ему 13 уровень. Но ресурсов, конечно, немерено уходит. Ну, пятерки, в принципе, повытаскивать можно там. Я думал, что будет более печально в плане вытащить. Но видите, пятерки заролили. Так, отлично. 6-6, 5-5, 10. Самое веселое для вас. Но я сокращу видосик, поэтому я вам покажу уже на 30-м, на максимальном его прорыве.
Ну что, ребят, вот я прокачал 30-й прорыв. То есть он сейчас у нас максимальный герой, полностью прокачан. Единственное, там у нас одно созвездие недокачано, но я все равно буду его перероливать. 6-6 плюс 40% атаки и 17% отражения он имеет. Плюс мы можем сюда еще там поставить, например. Что такое интересное поставить? Можно увеличить, конечно, даром жизни жизнь, попробовать. Он будет еще снимать бафы. Но он, в принципе, и так снимает бафы из ближайших героев. Можно что-то более интересное поставить. Можно поставить выживание, будет отхил. Пакт для урона. Давайте ради интереса пакт поставим. Бастион плюс пакт, пусть такое, вот такая вот будет у нас мега имба. Отхила у нас, конечно, не будет. Я вам просто покажу в такой сборке с бастом. Вы уже себе посмотрите, определитесь. У нас тут все полностью заточено практически на жизнь плюс точность. То есть такая сборка. Поехали в рейды где-то. Ну, я 100% думаю, его будут в такой сборке шатать сейчас. Вот смотрите, его просто. Но он кого-то ушатал тоже. Стрелка и Фрэнки просто унес в такой сборке. Ну тут, конечно, жесть. Так, ну-ка давайте еще разок. Ну, дадут ему ударить или нет? Не дали ударить. К сожалению. Ну, такая это фановая сборка. Жизни, конечно, немерено. Можно еще больше сделать, но зачем? Так, ну-ка попробуем. Ну ничего, так он бьет. Накидывает так, как надо. Реально. Нереально жестко накидывает. Это наша махатмушка. Сейчас мы его поставим. Где он тут у нас? Все, никак дефный вариант не выставлю. Где ты, имбушка? А там дефный, зачем нам? Нам надо атакующий вариант. Так, надо кого-то из зеленых обратно же ставить. Потому что сейчас смотр. Ну, видите, то есть он проседает очень жестко в такой сборке. Даже с такими статами он шатается на раз-два. Конечно, если он сейчас нормально зарядит, ударит, то это будет полная жесть. Смотрите. Чики, все, и никого там нет. Урон тут тоже бешеный, конечно, но это бессмысленная, как по мне, сборка. Чисто так пофаниться, посмотреть. Ну, выкидывает он, конечно, очень круто. Так, кто? Анубис его первым убьет или он? Не дал Анубису зарядиться, красавчик. Сейчас на Асуре, наверное, он просто улетит. А, у нас ремки нету. Вот, смотрите, что. Обычный герой просто тупо ушел в никуда. Но тут, конечно, такой дамаг, что это Unreal. Просто. Просто нереальный. Давайте такую сборку затестим. Мне еще интересно посмотреть на этом аккаунте. На этой подземочке. Ну, 11 лямов такое себе. Ну, видите, это не грубая сила. С грубой силой он там по 25 лямов выдавал. Ну, 8 лямов. В принципе, неплохо. Но мне интересно посмотреть, сколько у него жизни.
Давайте такую сборку возьмем, поставим сюда. Ну, можно было бы что-то другое. Давайте попробуем. Тут сколько у нас? 120 получается. 120. Тут везде по 120. А психощит, сейчас посмотрим, восьмой сколько дает. 70, там, по-моему, 90 следующий. Маловато. Значит, делаем так. Ставим вот так. Тут надо чарку еще будет новую вытащить. Ну, хотя бы так предварительно. Сейчас посмотрим, сколько в такой сборке жизни. Вот тут уже кто-то решил уйти с сервера, что ли. Так, сейчас пусть его убьют. Отлично, он убился. Теперь внимательно смотрим на то, сколько у него жизни. 4 200 000. Неплохо тогда, 4 миллиона. 4 миллиона 200 это в сетапе таком. А давайте попробуем, сделаем. Другой сетап. Попробуем, попробуем, попробуем. Есть у меня здесь. Что, у нас нету самого простого стойкости? Блин, стойкости нет. Давайте попробуем заролим стойкость. А мы сейчас ее не заролим, к сожалению. В общем, ждите видоса. Я уже в следующем видосе постараюсь вам сделать сетап, фуловую стойкость. Постараюсь сделать максимум жизни от него вытащить. Потому что здесь Blade Dance. Я хочу вам затестить сборочку с танцем лезвий на максималке, еще заодно поставлю талантик, а потом мы ее сольем. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.